Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня общий расклад начнем на отношения проводить по 4 позициям. То есть по воскресеньям у нас будет общий расклад на отношениях на Таро Ленорман «Золотые мечты». И сегодня у нас вопрос «Его истинное отношение ко мне». Это то отношение, которое он, возможно, даже сам себе не признается в этом. Но это отношение его души к вашей душе. Итак, выбирайте одну из 4 позиций. И будем смотреть. Первая позиция. Вторая позиция. Третья позиция. И 4 позиция. Сосредоточьтесь на вопросе «Его истинное отношение ко мне». Кто выбрал первую позицию? Какое же его истинное отношение к вам? Он манипулирует вами. Да, он это осознает, он хитрит, он четко пытается владеть вами и ситуацией полностью. Кто выбрал вторую позицию, его истинное отношение к вам? А он находится сейчас в состоянии выбора. То есть, скорее всего, что вы не одна у него, или он пытается выбрать между вами и своей работой. То есть, у него есть внутри неопределенность в отношении вас. Третья позиция. Его истинное отношение к вам. Ну, он мечтатель. Он мечтает, он нарисовал себе какие-то воздушные замки. Ваш образ он не видит в истинной картине. Он в иллюзиях. Он придумал для себя ваш образ. Вас истинной он не знает и не чувствует. И 4 позиция. Его истинное отношение к вам. Вы его очень привлекаете сексуально. И да, его истинное отношение только секс. К сожалению, позиции какие-то выпали нечувственные, неэмоциональные. Но, видно, посмотрят этот расклад именно те девочки, у которых сейчас такие не совсем определенные отношения с мужчиной. Я все равно верю, что вы любимы и вас любят.